Давай, давай. Начинающий джипер. Влево, 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 вправо теперь. Вот, блин. Видишь, почти заехал. Если бы раньше начал крутить. Есть, красавчик. Ёханый бабай. Сломал. Сломал. Смотрите, что они делают, да? Меня укачивает, пацаны! Шатай! Вот это гонит! Так мы, кажется, не едем. Давай я выйду, она заедет. О, расшатать главное вовремя. А вы думали, не заедем. Вот это вы жесткие. Это гораздо веселее, чем предыдущий УАЗик. Это гораздо веселее. Так, ну, друзья, это жесть просто. Это просто жестяк. Так, 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 так. Прямо вот туда, прямо. Осторожно. Ты на заднем или на переднем? Куда, куда, Руслан? Налево, 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 налево. Налево, вот там дорога должна быть. Подожди, сбрасывай скорость. Куда, вниз? Сбрасывай, седина простухает. Руслан, вниз, вниз, вниз. Я начинаю бояться. Включай. Осторожно, не очкуй, блин, давай. Не очкуй. Не очкуй, сейчас все. Дельфин тебя. Первый включил. Блин, ключ, я чтобы ноги не сломал. Это мои хабы. Хабы, чтобы не сломали тебе ноги. А когда ты включил их? Утром еще? Я их включил, когда покупал. Сразу он... Так, вот тут справа горка. Давай направо уходим, на горку надо заехать. Вот она, смотри. Ты что, бомбанулся? Ну давай там дальше есть чуть легче. Вот это? Вот это, да, да. Это сейчас Саня это, заедет. Это не уже, это стена. Да, заедет сейчас там. Все, давай дальше еще есть горка. Все, дальше тормози. Есть попроще. Куда давай ты пока пой... посмотрим, что происходит. Ну давай. Правильно, машину надо беречь. Блин. Это камуфляж. Это наша операторская. Ты когда не видел, что в топ-гире машины операторов исполняли? Нет. Ну вот. Ну ладно, отъезжайте, следующий вон стоит. Китайский автопром хочет показать. Саня, Саня! У него штурман, рожденный в этой машине. А малая в этой машине родилась? Или да, еще? Да, конечно. Это прямо здесь роды. Ну, судя, как она тут находится. Привет, ребенок. Что, ты съехал? Съехал или что? Снимай колонну, веди мне по нему. Съехал. Съехал Леня. Так, это тоже тут съезжал в прошлый раз. Но не так ему страшно было, как сейчас. Он длинный и тяжелый. Ничего с ним не происходит. Если бы Леня так сделал, то раза в три кувыркнулся. Я попутал немножко это. Сиденье смотрю. Слышу, да поржавела машина до оффроуда, пока ты ее не... Ой, это дырки для фистинга. Можно я отломаю кусочек себе на память? Да, давай, да. Подожди, стой. Пуститься любой может. Подняться, да. Пускай висит. Да не, это в зубы пилоту же надо давать, чтобы не так страшно было, чтобы не кричал. Все, замерзло мы. Едь за праправнуком. За праправнуком. А, сигнал же есть тут. У УАЗа нету. Витя, догоняй, Витя! Подрезай быстрее! Не-не, а, вперед? Да, 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 его надо было вперед пропустить. Да, да. Нам за бежевым УАЗом надо ехать. Да, все, погнали, погнали, погнали. Погнали. Не видно в зеркало, да? Видно, но перестраховываемся. Смотрите, что творит. Мотор как никогда. Вы представляете, как внутри мне было страшно? Но лучше работает, да, намного? Ну, правда, одна поменена. Что, не все свечи поменяли? Да или не прогрелись. За троил я быстренько поменял сзади. Но новые на старые? Одну. Странно. Да нет, то причина не в этом. Поменять бессмысленно. Тут расстояние уже большое. Блок близко лежит. Правее, максимально вправо бери и едь. Понял. Через лед объедь, видите? Стой! Ёлки-палки, стой! Стой! Ёханый бабай!
У нас есть нео-варвар, а это просто варвар. Не, я просто послушал тебя, конечно. Помоги! А сейчас за Виллис возьмешься. Рома, подъедь, чтобы он за тебя взялся. Не, он упадет, не надо, не надо. Рома! Да за Виллис берись. Нормальной ширины машина проезжает вообще, не напрягаясь. Вот этому сложно будет. А что, лед слабый, да? У вас выдержит? Надо кого-то заслать туда, проверить. На лед? Сразу на машину. Сейчас Витя смотрит новую трассу. Давай, вон сразу на Харьковский в АТБ съездим за моим пакетом в Бэхе. 47, я же все посчитал уже. У меня же два калькулятора с собой. В двух телефонах. Да нет. Давай шнурок сразу привяжем. Не надо. Нам нужен экшен. Давай ходом. У рыбака посмотри, что с глазами у человека. Причем не останавливайся. Хорош, хорош, стой. Трескается, лед трескается. Открывай окно. По камышам иди, по камышам. По камышам. Здесь по берега тонкий лед. На середину выезжай, там толстый лед. На середину. Витя, давай еще минут 20 поездим, выезжай. Окно надо открывать, что если провалится, надо будет успеть как-то выскочить. Да нет, смотри, давай еще минут. Давай еще минут 20 во фроуде, а потом утопим. Давай. Хорошо, ручку дай мне, чтобы ручка хотя бы осталась. Давай по концу будем. Все, ручка осталась у нас. Едь! Выезжай, выбивать будет. Да не, ну я не думаю, что тут глубина. Не, а если ехать с открытыми дверями, она не провалится, она на дверях будет. Это ж карьер, тут мыли, понимаешь? И поехали! Тут сразу идет. Дальше ехать! Поехали! Поехали вправо! Стой, туда не едь! Подожди! Ёханы, лучше убиться при падении! О! Все, Миша, можно заезжать! Да Михалыч еще не сказал же ехать. Блин, ну. Колесо пробило. Блин, ну крепкий лед сегодня. УАЗик, это ракета с этим пилотом. Просто зверь. Вот человек, да? И холодно. И холодно, езжай, да. Витёчек, езжай. Не, ну мы же плюс я с камерой 110 килограмм вешу, ну ты да. Понимаешь? Это реально, блин, мы могли правой стороной сразу провалиться. А Витя, сколько? Ты 47 с телефоном весишь? С телефоном. Ну что мне ходит этот поехали. Поля, когда мешает? Поехали. Ну сейчас поехать, прямо или право? Ну по дороге, правее, да. Правее. А, или левее, подожди. Вон, куда поляк идет, туда и едет. Фух, блин. Опа! Мы летим боком! Ёханый позвоночник! Блин, Витя, блин, все, дай. Готовься, это будет. Дай дожить до пенсии, елки-палки. Это русская джимхана. А, правильно, поехали. Джимхана украинская. Русская там запорожцы. Осторожно, ты не туда поехал, елки. Ё-моё, блин. Хорошо. Что ж оно не держит дорогу? Да. Давай задом. А вот вправо можно. Да. Блин, как страшно было. Мне казалось, что уже все. Елочку не задави. Так, тут где-то болото было. Давай в болото. О, стой, это не оно. Не оно? Выезжай. Нет. Подожди, не выезжай. Выпусти меня, выпусти. Это оффроуд. Просто попал куда надо. Давай влево, вот тут хорошие места. Влево уходи, вот это. Да, влево давай. Руслан, ты что меня дуришь? Влево давай, осторожно, только не перевернись. Да там болото. А, там, нет, там застрянешь. Все, паркуйся. Подожди, я выйду. По-моему, хорошо. Я тут уже джиперы
профессионалы начинают свой нелегкий путь. Точнее, его начали уже. Леня наконец-то хороший день, хороший оффроуд. Уже телесные дорожки последние месяцы измотали всех, и люди хотят нормального рубилова. Ну, блин, видите, Паджеро 2, четкая машина с автоматом, крутящий момент, распределяется. Жесткий, конечно, очень пилот, ну, держит машина, это очень приятно. Спросим, какие у него там стоят привода, интересно, потому что у второго Паджеро передний мост при таких размерах колес слабое место. Леня одел очки от солнца, солнечный день сегодня, и проехал везде. И на льда, конечно, серьезная тут. У вас включил полный привод. Опа, в льдину уперся. Мы всегда тут катаемся в этом месте. Лед очень толстый. Скажи, чтоб сюда выезжал просто на нас. Сюда пусть выезжает на нас направо. Друг думает полотенце. Да. Кто так защищает? Не бывает. Босиком. Андрюха на предвыборную работу. Наверное. Место зеленого? Не знаю. Место зеленого, оранжевого, голубого. У них там радуга уже. Надо сюда выехать просто. Не, они там в концовке, там где-то. Не забрали. Уже и починили. А, кольцо потеряли? От фары, да. А, от фары кольцо? Он левое, видишь? Ага. Это правое, это не левое. Все. УАЗ может. Какие-то УАЗы просто очень крепкие, да? И надежные. Ну, это, наверное, потому что этот крепкий, потому что от патрола диски стоят. Думаешь? Пудово. Тот, потому что там межтехно все, да? Наверное. Рубикон хочет я. Просто проехать горбик. Я на смотри, фото делал. И ехал, пацаны. Глянь, он на тебя так и наезжает, ты посмотри. Ага. Он думает силой мысли, он все-таки его... Объедет? Сможет. Обогнет, как ага. Моргунов? Березы? Не, Никулин, да? Кто смотри, березы объехал? Смотри, какой вывешивает. Да, ход подвески да. Четкий. Это у него 2 дюйма было всего лишь. 2 дюйма, да. Я поставил прогрессивные отбойники, хочу посмотреть, как работает. Успел. Кстати, давайте попробуем. А, я куплю тебя. Так, у вас все-таки не успокаивается. Как так мы не проехали Паджеро? Нет, там просто льдины нереальные.
Просто льдины какие-то убийственные. Просто жестяк. Хороший день, Витя. Витя вернулся во фроуд, вы видите, сразу совсем другое. Ого, автоматик! Там Seattle, Калифорния! А ни хрена себе! City love a place, city love a face. Оп, откинул. Подожди, давай, там застрял человек. Так, блин, какой четкий у вас вообще просто. У меня аж текут слюни, аж вообще. Не могу не согласиться с тобой, мы сами ездим, радуемся. Ты понял? Тут у каждого просто человека есть своя машина, которая ему подходит, ты понимаешь? Да, да, да. Ты понимаешь? Вот Миша Рубикон. Миша Рубикон, допустим. Саня тоже Рубикон. Бородачу не мог. Не мог очень. Потому что, да, чинить его. Бородачу нравится очень. Ну, короче, вот такая. Вот его не хватает сегодня. Да, бородач. Мы для него приготовили все инструментарии. Ты видел, как обшили? Все обшили. Да, все обшили. Так, ну у вас по-прежнему на том же будешь месте. Будешь спасать его? Как? Что, тянуть лебедку или что? Он же сзади что-то там. А у него сзади нет лебедки. Ну этот же взять. Какой, этот же? Этот же, есть классный. Для Танзании типа? Да, есть классная идея, как сделать его красиво. Но это еще не точно. Блин. Еще надо проверять. Глянь, под крылочки даже стоят. Под крылочки, брызговички. Или этот убрали уже? Линолеум, да, с коридора? Линолеум новый, наверное. С коридора. Да. А там, знаешь что? Что? Домашняя обстановка. Не буду говорить. Там запчасти. Попрятано все. Запчасти. Если от той дальней березы разгонишься, то ты, в принципе, должен пройти тут. Поверху. Я думаю, лед не провалится. Не провалится? Думаю, нет. Ну, я бы хотел попробовать, просто там дальше глубже. Да не, давай, то там ждут уже это. Пацаны! Да не, они не вытащат тебя. Не, я хотел спросить, есть ли у них Хайкас в машине. Какой это? Хайкас у Вовы, ты че? Вова, это кто? С корабельной сосной. Где он? На чем ездит? Баба-да, баба-да. Я понял. Где? В машину сказал. Вова на чем ездит? А? Не знаю, на чем его возят. На S-классе, кортеж у него длинный такой. В Житомире я вот видел кортеж недавно. Вову не знаешь, Вову? Вова Зеленского. Ну да, да. Ну, далеко. Здесь Криворожский. Не видел? Здесь не видел, ни у кого Айкоса нету? Не, не видел. А зачем тебе? Чар хочет такой. А, я думал продать хотите. Как его? Миша! Пас. Посмотри, что делает, да? Нормально. Нормально. Паджеро 2 переваривает нагрузки эти. Ну там автомат в Паджерике. Да? Ну да, видно, автомат за счет нет ударной нагрузки, понял? То есть за счет этого переваривает. Никак проще, чем они. Это вот это больше. И мне. Что, что? Ну мы вот обсуждаем, какой УАЗик строить. И вот этот УАЗик самый лучший, не надо ничего строить. Все построили же на заводе для вас. Да я тебе говорю, что. Они посмотри, они твою антропометрию померили, понял? В роддоме еще. И под тебя построили его. Какого он года? 92-го, на 2 года младше меня. Ну так я же тебе говорю, они тебя промерили, ты подрос чуть-чуть. Набрался силы, они под тебя его сделали. Так, давай поправим зеркала, что ли? Да не, а, ну давай, да. И тут зеркала дороже машины, блин. Да. Тем более у меня их никогда не было. А гидроусилитель есть? Ну ты что? Хоть не на камеру такое не говори. Есть. Все в оригинале, да? Да, конечно. Усилитель в оригинале не предусмотрен. Вот сейчас. Слышь, вот эту полоску можно лобовому брать? Она мешает снимать. Да. Нормально так? Да, да. А ты, Витя, правее руку тоже положи. Не, не. Где полоска? Да, две полоски на жопу. Три полоски, да. Так, идем, идем, идем. К сожалению, опять. А едут люди, да, пока едут. Туха пошла в каком-то очень агрессивном опять стиле, да? Да, это потому что в Азике агрессивная подвеска. Не-не, в агрессивном плане очень быстро. Вот тут хорошее место, но замерзло, к сожалению, все. Было очень шикарно здесь прошлые разы. Что это нам только на руку? На заднем приводе едет. На заднем идем? Вообще, даже не понял. А пол какой красивый тут вообще. Пол, да. Да просто как в музее. Искусство.
выражает, похоже на датские форты. Видишь, да, Зек? Это тупо гор. Алло. Куда встал тебя? Паша. Хорошие места, лед большой, осторожно, лед. Ё-моё. Так, тут где-то влево должна быть дорога. Это не она была? Пока, не, он впереди Лёня есть у нас. Да. Пробуй влево чуть-чуть обойди, влево. А? Режь влево, влево уходи, влево. Да сейчас, подожди. Щетки и клей. Игоря наберем, Так, а вот и Макс. Пошел.